забытый или в забытьи? Привет! А как поживает твоя любовь? Все еще служит лодкой тебе и плавно качает тебя в ней на волнах. Или же переформатировалась у тебя на глазах и стала сама водным потоком, из которого ты должен выплыть или утонуть? Третьего не дано. Дано. Если ты маг, ты можешь переформатировать этот поток в надежный мост или сад. Ты также можешь отправить свою любовь ракетой или повозкой от себя к другому или к другой. А сам наслаждаться спокойствием и пустотой момента. Ибо когда есть пустота, то больше ничего нет. Такой пустой, стеклянной, трехлитровой банкой, забытой или в забытьи, качаешься на качелях, в саду, на даче. Забытый или в забытии?